Через года и поколения в первозданном виде в Международный день арабского языка в историческом парке «Россия. Моя история» представили экспозицию рукописных экземпляров Корана. Самые древние священные книги более 1000 лет посетила выставку и наша съемочная бригада. Слово Камилю Девятову. «Чудо рукописного Корана» – так называется выставка, в которой самые старые книги более 1000 лет. А один из редкостных экземпляров священного писания, представленный здесь, принадлежал легендарному полководцу Надыршаху. Здесь представлены Кораны из коллекции Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. То есть здесь представлены вообще уникальные образцы Коранов. У нас хранятся, можно даже без ложной скромности сказать, одни из редчайших книг этих Коранов. К примеру, самая старая рукопись здесь Корана – 1008 лет. Некоторые Кораны имеют картонный переплет, оклеенный кожей. В центре имеются тиснения в виде растительного орнамента. Суры написаны красными, синими и черными чернилами. Первые и последние строки текста Корана обозначены крупным шрифтом. Каждую из представленных книг, несмотря на свою вековую историю, удалось сохранить и представить зрителю. Как нам известно из истории, что ислам к нам не вчера пришел, еще пришел во время праведных халифов, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И Дагестан всегда славился учеными-богословами, и для нас не должно быть удивлением то, что у нас сохранились такие экземпляры, и потому что всегда жители Дагестана и в целом Северного Кавказа проявляли большое уважение к священной книге Всевышнего Аллаха. Часть книг была переписана в Дагестане. Некоторая часть была завезена из Ирана и стран Ближнего Востока. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.